Приветствую вас. Да, вы совершенно правы. Налоги в Швеции около 65% зарплат. Точнее, с доходом. Там и с проценты по депозитам всего. Да, довольно большие, очень высокие. Ну, вы знаете, в Украине все несчастных 19,5, и все ругаются много-много. Обращаю ваше внимание, вы налоги не платите. За вас работодатель платит. Это тошно. А в Швеции, да, платят и зарплаты. Там просто немножко другая модель. Вам работодатель все отдает, а вы потом 65% взяли и отдали. Это модель такая, ребят. Ни больше, ни меньше. Сразу обращаю ваше внимание, больше всего этих налогов, ну, как и у нас, и в Швеции, это в местный бюджет. У нас налог, ну, зарплаты идут в местный бюджет, и там в местный бюджет. И здесь возникает сразу нюанс, вот, хорошо или плохо. Ну, сразу кто-то скажет, нет, многовато платит. Причем, обращаю ваше внимание, у них зарплаты в конверте вообще не существует. Ну, очень жесткая фискальная система, и сложно сделать. По этой причине, да, приходится платить. Ну, скажите, о, там социальная гарантия. Та же своя зараза. Ну, смотрите, в Швеции, да, платите, но медицина там не совсем бесплатная. То есть, если вы хотите бесплатную, к примеру, насморк, вы берете трубку, звоните, говорит, ну, мало проблем. Приблизительно через месяц можете попасть к врачу. Говорит, что, фонарели, что ли? Ах, у вас фонарели. Но за деньги, хоть сейчас. Там просто такая ситуация. Бесплатно это очередь сложно. Ну, к примеру, вот если вам надо какой-то анализ сделать, можете полгода ждать, серьезно. Я не шучу. Просто проблема в том, что она как бы есть, но его мало. Нет, действительно просто мало. Нет, спорить не буду. Да, там есть как бы специалисты, поликлиника, все есть. Но если соотнести население их, то мало, мало. Да, постоянно говорят, надо больше, больше. Это же с бюджета платить надо. Но есть частные. Паспорт, без очереди. Но очень дорого. У них вообще медицина это золотая. Золотая. Вы даже не можете представить, насколько дорого. Понимаете? Вот то, что вы платите у нас, ну, грубо говоря, в частной поликлинике, если бы шведу сказать, он сознание потерял. Сказать, вы что, это не деньги, это у нас. Нет, там же очень дорого. Но это ж вот эта беда, когда, понимаете, очень высокие налоги, очень высокая планка. И по этой причине она, ну, хитрая. Да, есть, конечно, социальные, да, на детей выплачивают. Не, по сравнению с Украиной, фу. Ну, вот тогда наоборот, у нас, вот, там, вот. Не, много, действительно. Ну, смотрите, там вообще, по большому счету, можно действительно до 6, ну, скажем так, пока ребенок до 6 лет, мама может фактически, ну, более-менее жить на пособие. Там она меняется, ну, уменьшается, но, я еще раз говорю, до 6 лет практически платится. Там есть свой нюанс, и там очень он такой немножко, первое одно, а потом он такой немножко запутанное. Но, оно есть. Ну, начинаешь с того, что, да, действительно, ну, я говорю, теоретически. И на практике бывает, что вот мама 6 лет и с ребенком. То есть, и как бы, да. Другая же зараза пошла. Вы в Стокгольме давно были? Нет, я понимаю, до войны. Давно? Нет. Вы поймите, я только за. Вы же толерантный человек, вы слышите. По исключению, когда я вижу Стокгольм, когда идет девушка, все закутанное, ну, почти, ну, не совсем паранже, немножко по-другому, но закутанное. И ведет с собой там десяток детей, ну, действительно, детей очень много, не десяток, а там 3-4. Причем обратили внимание, что если муж идет, то если маленький ребенок на руках несет, да. То есть он не то, что там в стороне, нет. Дети это святое, и тут да. Жена это должна сзади идти, по традиции она сзади идет, не удивляйтесь. Так принято, муж впереди. Ну да. И как вы сами, наверное, понимаете, что постойте, что она всех платит. Да. Вообще, по большому счету, тут забавная ситуация. Если взять, посчитать коренных шведов и соотношение детей, то там же аналогичная ситуация. Чем, ну, очень мало детей. Очень. Там, ну как вам сказать, вот создается семья. Они решают, нет, детей не надо. И очень много. То есть, ну просто вот это, чем выше уровень жизни, тем меньше детей. А там, ну как бы, зарплата высокая, все высокое, детей мало. Это почти по себе не работает. А вот для этих,
Там действительно был момент, когда очень много мигрантов приезжало. Сейчас начали его обрезать. Ну, как вам сказать, все это понимают, что они просто наглеют. Потому что они получают так, ну, получается очень много детей, пособия. Там даже бывает отец не работает, серьезно. Жена, отец, тупо не работает, тупо. Нет, понимаете, они с кушей уже много получают, ну, им хватает. Хотя нафиг. Причем, в чем прелесть. Ах, мне это, ребята, нравится. Ай, нравится! Вот, получается, детей много. Смотрите, он ребенка на руках принести может, но дома ни за что. Это считается стыдно. Логично. Жена работает так дальше. А чем они? В свежем воздухе, нарты играют, там, кальян курят. Да, не спорю, водочку не пьют, не спорю. Прелесть! И по себе получает. А кто работает, платит 65%. А так это работает. Матюкается, ой, матюкается. Опять же, зараза в чем заключается. Это у... Вы матюкаться можете, там нельзя. Что прессе, когда написать, что... Свобода слова! Цензура такая, что зашкаливает. Ну, редактор просто не напишет, потому что тут же сразу куча этих всех движений, борцов, сказать, ну как же так, как вы могли, некрасиво, некрасиво. Поэтому не пишет. По этой причине, когда я попадаю, ох, они мне моча, жилетку смочаливают. Ну, они же понимают, что я, значит, жалуюсь, причем это самое настоящее шведское, самое настоящее. Жалуется так, я говорю, ребята, я ничего не против. Но то, что вы мне жалуетесь на эту ненормальную систему, высокие налоги, ну, не совсем справедливые социальные стандарты, нет это зачем? Что я сделаю? Ну, даже если я вот это видел, что король Швеции что-то, да нет. Нет, там ненормальная система, это действительно, очень высокие налоги. Вроде бы как бы высокие социальные стандарты, но они не работают. То есть количество детей, то, что ни ради чего не увеличивается, ну, то есть имеется в виду коренных. А... Плюс опять же ситуация. Медицина да, но... Вот так. Вроде бы как бы все... Но опять же ситуация классическая. Да, школа хорошая, спорить можно. Нет, там действительно система образования довольно неплохо построена. Чисто, да, вот финансирует все. Но опять же, чем ситуация. Частная школа лучше. Не, действительно лучше. Ну, не потом там, ну, понятно, что в частной школе там немножко по-другому учат, там, ну, там как бы подход другой. И там действительно, если ребенок учил частную школу, там очень много, знаете, таких школ частных, которые, ну, как бы такие религиозное это самое, ну, традиция немножко. Есть даже частные, когда какой-то богатый человек учредил, в честь его эта школа, да. Но опять же, я не скажу, что здесь вот, это есть, наверное, все-таки немножко разделение, что они говорят, вот, частная лучше, это муниципальная хуже, хотя, мне кажется, это немножко каприз. Нет, я не спорю, частная лучше, но там из-за чего, смотрите. Вы учитесь в частной школе, скорее всего, будете учиться среди таких, ну, не бедных. А что это означает? Это означает, что вам потом проще будет делать карьеру. Да, да, не-не-не. В Швеции никто не говорит слово «блат», «кумовство», нет. Но это все существует. Понимаете, какая ситуация? Там же что получилось? Большая часть Швеции, ну вот, если посмотреть все базы Швеции, им владеет, ну сколько, 22 семьи. Больше 75% всех активов Швеции владеет 22 семьи. Ну, это, про это тоже писать нельзя. Не надо. Значит, люди все честные, все свои. Обращаю, а обо что же не бедная? Молодцы, молодцы, ребята. И дальше ситуация следующая. Вы в частной школе учитесь, и скорее всего вы встретите кого-то из, ну, отпуска. А потом получится так, что вы вот вышли, ну там, учились, и вам проще попасть на работу. Знакомый же, а? Да, это вы не скажете, что ну, есть такая гадость. Есть. По этой причине, почему действительно некоторые родители, что называется, на всем экономия, чтобы ребенка засунуть в дорогущую, ну, такую хорошую часть школы, у него карьера будет, карьера, связь, да, работает. Ну, поймите, это и у нас работает, и там работает, но что это думает. Так что такая ситуация. Вообще, по большому счету, в Швеции бизнес делать паршиво. Как правило, бизнесмены в Швеции сваливают. Рабочие, ну как, куда они денутся с подводной водой. Матюкаются, говорю, вот ситуация, жалуется, как не знаю кто. Причем, какой смысл мне жаловаться, я же не решаю ваши проблемы.
И тем более, не, я понимаю, что действительно очень высокий налог. Я понимаю, я, ну, он посочувствует. Налоги-то не уменьшатся. Поэтому и цены там довольно высокие. Но вот вы знаете или нет, там есть же такая хитрость. Какие-то Аландские острова, да, вот это между Финляндией и Швецией. По-моему, Аландские, господи, уже запутался. Так там получается, что они вот имеют особый статус. И вот люди на пароме плывут, чтобы на этот остров заплыть, там цены ниже, там другая система налогообложения. И потом обратно, то есть, а так дорого, да. Не, ну, с другой стороны, вы скажете, ну, хорошо, высокие цены, высокая зарплата, да, ну, надо больше сейчас отдать, да. А потом, ну, поймите, классика. Деньги, да, высокая зарплата, высокие налоги, высокие цены. Все в кредит. Нет, ну там действительно, конечно, в чем там своя прелесть. Там Майданов нет, революции нет, спорить не буду. И, скорее всего, не будет в ближайшие 100-200 лет. Даже в войнах не часто. По этой причине у них, как вам сказать, вы взяли кредит, но вы знаете, банк более-менее не разорится. Плюс ко всему вы. И главное, чтобы работа была. Работа есть, вы ее погашаете, да, вы там экономите на всем, ну, нормально, нормально. И это сам, там действительно практически, если у вас нет кредита, это подозрительно. Вот кредитов как раз нет этих ребят, которые там, которые нарды играют. Как мне не нравится, молодца, это ж так придумать классно, а? Сесть на шею, давай. Не, поймите, они ж не то что, они объясняют как. Мы язык не знаем, отстаньте, у нас место. У нас традиция, место. Ну мы ведем себя хорошо, нарды играем. Общаемся. Да, молодцы, молодцы. Нет, молодцы, мне это нравится. Нравится этот подход. А шведская работа, логично. Вот такая вот ситуация. Понимаете, ребята, идеальных моделей не бывает. Действительно, страны, где высокий член налоги, говорят, вот высокий стандарт социальный. Тоже оно туда-сюда. Есть страны, где меньше. Ну, у нас, например, у нас самых копеечных. У нас вообще по европейским меркам ничтожные. Я знаю, что вы, у нас, говорю, вы даже их не платите. Работодатель за вас платит. Чисто разница. Это ваша разница. Сам платишь, да. Единственное, что вы платите, да, проценты по депозиту, это вы платите. То есть вас удерживает, это ваш не спор. А там нет. Единственный социальный взнос вы тоже не платите за работодателя. Да, если сейчас предприниматель вы платите. Ребята, вы столько зарабатываете, черт вас побрал. У Швеции упрощенки нет. Когда шведами рассказывают, как пацаны у нас круто, но упрощенки работают, они сначала не верили, ничего слова. Но знаете, они не могли представить, что в стране может быть такой супер офшор. Просто, говорит, да нет. Причем они, понимаете, как... Они мне объясняют, да нет, это нельзя. Ну, вы же знаете, это же плохо для бюджета. Говорят, ребят, при чем это? Пацаны бабла нарубили, плевать они хотели на бюджет. А пускают, да не знаю, бабло себе нарубили. Какой вопрос? Знаете, шведам нельзя объяснить, что просто пацаны рубят бабло. И после этого возмущаются, на Байдане бегают, возмущаются. Коррупция, ой, цель, вот это. И объяснить нельзя, как же так, постойте, вы тут воруете, налоги не платите, и на Майдане бегаете, ага, во, гениально, обалдеть. Да, этого шведы не понимают, но, поэтому почему на Майдане не бегает, и почему налоги платят, а нас гады не платят, и по Майдану шастают, есть за что шастать. Так что, если будете в Швеции, на ценник не смотрите. Нет, я не шучу, ребят. Туристы, даже когда в Швецию приезжают, ну, к примеру, в ресторан, если зайдете, вы повесите. Ну вот если увидите, вот вам меню принесут, если вы прибьете в гривну, нет, вот я говорю, вот вы так посмотрите, там, ну, если прибьете, там, 1005 гривен обед. Знаете, скажу, да. Ну там вообще очень дорогой ресторан. Там действительно чаще всего, если нормально вот вы едете искусство, вам чаще всего подсказывают, что, ребята, никаких ни кафе, ни ресторанов, супермаркет набрали, покушали, Нет, серьезно, там проще купить, да. Там действительно есть довольно дешевые продукты, не очень качественные, нормально поедите, куда вы едете. И тогда проще, да. А так, это нас вы зашли в ресторан. Легко расслабились. Пара копейки. Мы думаем, что вы рубите столько бабла. Швед за всю жизнь не заработает. Сколько наш пацан за недельку поднять может. А!
Вася значит Украина, а? Так что пускай они нам... Не, завидовать не надо, то припрутся сюда, нафиг мне нужно. Пускай они там сидят, платят налоги, а мы будем тут тихенько для себе, так от тик-тик-тик. И всім говорити, що в нас погано. Щоб ніхто до нас не приїхав, то прибруться. А що ж ми з ними робити? А так, що вони там сидять? А ми будемо тихенько тут красти, перестараємо шляпся і всім розповідати, як у нас погано. О. Ви зрозуміли? Так що не сміть мені говорити, що у нас хорошо. Говорить, що у нас плохо. Хто хоть? А я буду підтримувати вас. Говорить, погано, ой, у нас погано. В Швеції краще, там податки вищі.